Всем привет, с вами Мунрей, и в этом видео я хочу рассказать о проекте, который собираюсь реализовать на мой канал. В общем, на ютубе есть много похожего контента, но нету точно такого же, как будет у меня. То есть там есть всякие выполнения заданий от подписчиков, есть просто прохождение карт. А мне будет немного другое. Суть моего проекта заключается в том, что из моих подписчиков выбираются два человека, которые между собой будут соревноваться в паркуре, дезране или просто аиме. На данный момент я нашла только несколько качественных карт. Если вы знаете какие-то интересные карты с заданиями один на один из мастерской Стима, пишите в комментариях. Тот человек, который победит в состязании, получит приз, а проигравший – поощрительный приз. На канале этот проект будет проводиться, выходить два раза в месяц. По каким дням еще не решено. Также название проекта я еще не придумала. Но если у кого есть идеи, тоже пишите комментарии. Выбираться карта для состязания будет на онлайн-сайте в колесе фортуны. То есть колесо, ты пишешь там название карты и какое выпадет, такая и будет проводиться между двумя людьми. Пока что будет этот способ, потом, наверное, позже, если надоест, мы придумаем что-то более интересное. Но это, наверное, все, что было о самом проекте. Чтобы поддержать меня, пишите комментарии, пишите свои, не знаю, советы, поддержку, что может быть изменить. Ну и также не забывайте рассказывать о друзьям, потому что я хочу, чтобы меня смотрело не 100 человек, и чтобы актива было побольше, потому что такой штуки еще вроде нет на ютубе. Ну вот и всем спасибо за просмотр, с вами была Мунрей, всем пока!